Паркер, привет. Ты уволен. Почему? Собаки бегают за фрисби. Чайки у моря. Старичье за игрой в шахматы. Вот. Не сейчас. Я подумал, что Бьюгл мог бы для разнообразия показать другую сторону Нью-Йорка. Срок истекает через 6 минут, Джона. Нужен материал на первую страницу. Я плачу тебе не за высокие художества. Я плачу тебе за... И не сейчас. А за то, что Человек-паук разрешает тебе себя снимать. Человек-паук больше не позволяет снимать. Вы восстановили всех против него. И очень этим горжусь. Так, забери свои слащавые снимки, пока у меня не начался диабет. Босс, ваша жена. Потеряла чековую книжку. Спасибо, порадовали. Мистер Джеймисон, возьмите что-нибудь из моих снимков. Мне очень нужны деньги. О. Мисс Брандт, да? Я сейчас заплачу. 5 минут осталось, Джона! Пустите снимок с протухшей гурятиной и заголовок. Пищевые отравления, город в страхе. Была отравлена еда? Меня подташнивает. Ладно, мистер Джеймисон. Ужасно. Робби, на первую страницу. Мерзавец в маске терроризирует город. Я же вам говорил, он не мерзавец. А я говорил тебе. Ладно, хорошо. Я дам 150. 300. Это грабеж. Идет. Отдай это барышне. Спасибо, пока. Привет. Привет, Пит. О, это меньше аванса, выданного тебе пару недель назад. О, верно. Извини. Эй. Не унывай, слышишь? О! Разуй глаза, идиот! О, доктор Коннорс! Простите. Куда направляешься, Паркер? На вашу лекцию. Моя лекция закончилась. Ты видишь, я здесь. Извините, я стараюсь, я хочу учиться здесь. Так постарайся. В чем дело, Питер? Отметки все хуже и хуже. Ты опаздываешь на лекции. Вид у тебя всегда усталый. Где курсовая по ядерному синтезу? Я планирую писать об исследованиях доктора Октавиуса. Планирование изучается не в нашем университете. Октавиус мой друг. Хорошенько изучи материал, Паркер, и сдай, иначе я не поставлю тебе зачет. Что празднуем? Ой, ей-богу, Питер, у тебя что день праздную? Рождения. Хочешь ты об этом помнить или нет? Он живет в иной реальности. Да. Верно, Пит? Привет, Анджей. Привет. Привет, дружище. Привет. Давно не виделись. Ну, как спектакль? Я читал прекрасные отзывы. Да, все славно, все хорошо. Играет блестяще. Хэри прислал мне розы. А почему ты на мои звонки не отвечаешь? У меня были дела. Все снимаешь Человека-паука. И как паучок поживает? Чем реже ты с ним видишься, тем лучше. Так, давайте пойдем в другую комнату и поедим. И я принесу закуски. Ну, и как дела в Аскорпе? О, все отлично. Я глава отдела спецпроектов. Мы на грани важного открытия. О, как славно, Хэри. Отец был бы горд тобой, царство ему небесное. Спасибо. Кстати, мы финансируем твоего кумира, Пит, Отто Октавиуса. Я пишу о нем курсовую. Вас познакомить? Ты меня представишь? Ну да. Благодаря Октавиусу Аскорб добьется таких успехов, о которых мой отец и не мечтал. Энджей, ты мне не поможешь? О. Она ждет тебя. О чем ты? Она так смотрит на тебя и так не смотрит. С какой стороны, не посмотри. У меня сейчас нет времени на девушек. Ты что, мертвец? Я довольно сильно занят. Съемками твоего друга. Давай оставим эту тему. Я хочу, чтобы мы дружили, Хэри, чтобы мы доверяли друг другу. Тогда ответь мне честно. Если б ты знал, кто он, ты сказал бы мне?